Стой там, архивер, я сейчас подойду. Да как ты смеешь мне указывать? Ракетница, расстреляй его! Я думаю, что твоя ракетница ничего сделать не сможет, потому что я с ней... Ой-ой-ой! Find baby TV! Ну что, бомбер, погоняемся? Да я взорву тебя на куски, разлетишься и не соберешь. Но это мы еще посмотрим. Ты не такой крутой, как думаешь о себе, тем более я улучшил нашу красную машинку практически до предела, если не считать детали, которые станут доступны только лишь на арене. Итак, вот она ракетница. Я ракетницу не боюсь. Хотя нет, я ракетницу боюсь, поэтому я от нее буду уезжать. В положение невыгодном она меня застала, да еще и стреляет так далеко. Я практически уничтожен. Ой-ой-ой, надо скорее линять. Так, но несмотря ни на что, по пути будем стараться собирать и шестеренки, и кристаллики. Хотя, с другой стороны, зачем они мне уже нужны, если я практически все купил? Так, машинка, отлично, мы взяли здоровье. Это значит, что можно чувствовать себя немножечко поувереннее. И если даже возьмем супер, когда до него долетим, можно остановиться и подождать кучу этих машин вместе с ракетницей. Стоп, супер, мы его пролетели. Ладно, пускай гонятся за нами, все равно до финиша не догонят. Так уж и быть, пожалеем их немножко. Ой, чего это я упал? Ударился об летающую тарелку и упал прям вниз. Так, еще чуть-чуть и доедем до финиша. Знаете что, ребятки? Оставлю я их, пожалею. Хочется мне в этом видео добраться до архивера. Получай бомбочку, бомбер, и мы полетели на следующий уровень. Итак, следующий уровень, и у нас два Мэтта сидят как опасные преступники. Мэтты, я с вами справлялся несколько уровней назад. Сейчас вы мне абсолютно не страшны, потому что я победил даже комбайна, не говоря уже о нескольких ракетницах. Странно, что меня... придавила этой шестеренкой, ну ладно. Кстати, ребятки, вы большие молодцы. Многие из вас ответили правильно на мой вопрос в прошлом видео о том, как звали ту фиолетовую машинку, которую я только что взорвал. Действительно, это акула или шарк по-английски. Те, кто ответил неправильно, не переживайте, ваши комментарии тоже в видео. Огромное вам спасибо за то, что слышите меня, слушаете и смотрите. Я вас очень сильно люблю и ценю. Извините, пожалуйста, что, кстати, видео не выходило так долго. Я немножко приболел, да еще и приболели мои детки и моя жена. Вот. Ну ничего, мы обязательно выздоровеем. А сейчас пока побомбим немножко, как самолетики, вот этих машинок. Ловите бомбочку. Опа! Отлетели далеко-далеко. Кстати, чего-то я заскучал. Может быть, ракетницу дождаться? Ракетница, ты где там? Я жду. Я тут немножечко, конечно, побалуюсь с малышами. Вряд ли я ее дождусь. С помощью бомбы я отлетел так далеко, что ракетницу придется ждать очень много времени, а мне это не нужно, я хочу скорее добраться до архивера. Помните такого с огромной пастью? Хотя ракетницу все-таки дождался и сразу ее уничтожил вместе с супером. Такого с клешнями. Классная машинка, на ней мы гоняли в Carrots Car 4 мультиплеер. А сейчас снова будем с ней сражаться. Вот только вот эти молоточки проедем. Соберем еще немножко кристалликов. И вот так вот напоследок бомбочку опять кинем. Ну что, погнали на 11 уровень. А здесь у нас Бастер или автобус. Привет, четырехглазый. Слушай, если у тебя с другой стороны еще четыре глаза, значит ты восьмиглазый.
Не важно, сколько у меня глаз, важно, что я тебя закатаю. Да, ты меня закатаешь, автобус. Не льсти себе, ты видел, какой у меня бампер, какой у меня щит. Тем более, мне с тобой возиться вообще не хочется. Мне хочется скорее добраться до архивера. Нет, ну конечно, с автобусом тоже можно разобраться, для того, чтобы видео было и поинтересней. Но для того, чтобы это дело было немножко посложнее, нужно собрать целую кучу. Кучу хищных машин во главе с автобусом. И потом закидать их бомбочками. Может быть, еще и применить супер. Бист, не мешай мне. Собирайтесь там в кучу, я потом со всеми встречусь. Приму вас, так сказать... как милых гостей. А вы не хотите меня пускать вперед? Ну ладно, вы первые, кто получит от меня сюрприз. Так, ну в принципе можно здесь их подождать. Ух ты, сколько кристалликов. Как раз пока кристаллики пособираю, они там все скопятся. Чего-то у вас мало. Ладно, пособираем еще. Там, гляди, и ракетница подтянется. Ой, не собрал шестеренки. Ладно, взлетаем. Да, вижу, ракетница подлетает. Правда, у меня здоровья уже не так много. Вот, взял. Так, ну что, вы где там? Где ракетница ваша? Рычат. Автобус вообще где-то потерялся, ребятки. Так, ладно, беру супер. И где-нибудь вот здесь. О, хорошая кучка вместе с ракетницей. Так, отлично, получайте супер. Эх, жалко, что... Сейчас подъеду, посмотрю, как там у них дела. Ракетница выжила. Ладно, мы ее добьем. А где автобус? Где автобус? Неужели он как-то сам там взорвался? Я не пойму. Угрожал мне, что он меня укатает, и ни слуху, ни духу. 100% где-то там застрял. Ну, ему же лучше не погиб, в отличие от ракетницы одной и остальных хищных машин. А я за ним возвращаться не буду, пускай живет себе, потому что я буду разбираться с архивером. Так, отлично, вперед, архивер ждет. Ну, здравствуй, клешня. Я тебя сейчас обгоню. А я тебя раскушу на части, глупыш. Ну, тебе везет. Там ракетница виднеется, а с вами двумя я сразу не справлюсь, поэтому немножко отъеду, так сказать, чтобы по очереди справиться. Хотя, конечно, можно и рискнуть. И с двумя справиться. Может, здесь их подождать? Так, архивер. Вот если бы вот этот вот Були или Бали не мешался мне тут, не кусал. Так, иди. Иди отсюда, не мешай мне. Да тут еще и бомберы. Ну точно. И ракетница подоспела. Ай-яй-яй. Как высоко она стреляет. Вы посмотрите. А я бомбить могу с небес. Так, и в итоге. Где архивер? Архивер отстал опять. Ракетница впереди него, и получается, мне либо с ними с двумя придется сражаться, либо сначала ракетницу одолеть, ну а потом уже архивера. Ладно, надо найти выгодную позицию, на которой их подождать. Если что, у меня есть запасное здоровье. Вот здесь они, если что, застрянут. Сейчас я им устрою засаду. Даже с двумя смогу справиться. Так, ну что вы там, подъезжаете? Так, сначала акулочки. Ага, архивера вижу, он застрял, моя ловушка сработала. Стой там, архивер, я сейчас подойду. Да как ты смеешь мне указывать? Ракетница, расстреляй его! Я думаю, что твоя ракетница ничего сделать не сможет, потому что я с ней... Ой-ой-ой! Разобрался! Ну, красная машинка, только попробуй подойди ко мне, я раскушу тебя. Ракетница, уничтожай.
Ты думаешь, и вторая ракетница тебя спасет? Смотрите, вы как малыши стоите и ничего сделать не можете. Ладно, на, пощекочу тебе пузико, архивер, до свидания. И тебе, ракетница, тоже пощекочу пузико. Отлично, справился с двумя ракетницами и одним архивером. Может, ты еще и третью подождать? Раз такая позиция выгодная, у меня, если что, есть запасное здоровье. Так, третье. Ай-яй-яй! Восстановил здоровье. И сейчас с третьей тоже разберусь. Ух! Все, на сегодня хватит с ракетницами. Поеду я на финиш, пока меня не убили. Потому что запасного здоровья у меня нет. Да и так я много сделал. Мне кажется, это было круто, ребятки. Если это так, то напишите о своих эмоциях в комментариях. Ну, если не трудно, поставьте лайк. А вы бисты ловите 3 бомбочки разом. Ладно, еще чуть-чуть, и мы доедем до финиша. Ребятки, а к вам вопрос такой. Если вы играли в Cards Car 4 или Cards Car Multiplayer, расскажите, какая там у вас самая любимая машинка, на которой вы гоняете. Все помнят, что любую машинку можно улучшить до максимума. И видели, наверное, видео, где я там на смарте гоняю развитой по полной. Она просто крутая, потому что она маленькая, юркая и ловкая. А у вас какие самые любимые машинки? Жду ваши ответы в комментариях. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Отличного дня вам и хорошего настроения. Пока!